Габусин у меня. Это ж не все. Это вот что, коробка была оптом. Вот я их тут разбирала с двумя отверстиями в один пакет. Такие ракушки. Так. Стекло вот такое. Сидела, ковырялась тут. Мелких вон сколько. Стекла мелкого. Вот. Вот. И тут. Мне теперь любые шарфы можно делать. Любых расцветок. Девчонки, сама не нарадуюсь. Прям, ну надо же. Знаете, от жадности подмывает еще раз поехать. Может, еще есть. Но тащить это, и денег уже у меня нет. Вот потихоньку разбираюсь. Вот посмотрите, сколько оттенков и разных форм. И все зеленое, да? Представляете? А еще дома у меня сколько оттенков разных. Вот представляете, сделать сатуар зеленый. Вот сколько оттенков в нем будет. Еще фурнитура. Ну, вообще красота. Ой, а если еще там, допустим, желтенького добавить? Или коричневого. Красота. Вот чего-то я то разбирала по камням, а сейчас решила по цветам разобрать. Ну, а коричневого сколько? Это я еще не всю кучку разобрала. Девчонки, я вот ну как-то с вами делюсь, потому что Саша у меня к камням равнодушна. Ну что, ведь каждому ж свое, правда? А мне так хочется поделиться прям, сколько у меня камушков разных. Поэтому все вам достается. А синие, голубые какие разные. Девчонки, и вы знаете, я как тот Кощей, который над златом чахнет, а я над камнями, над своими. Вот что у меня за страсть такая, да? Я прям сама удивляюсь. Ведь это же не всегда было. Это лет 15, наверное. Ну да, вот с 50 лет. Вот я как заболела этим делом. И все. А иногда я прям себе завидую, что у меня есть такое вот тяга такая. Да? У других людей ни к чему нет тяги. А я вот сижу, перебираю, для меня прям как бальзам на душу. Фиолетовых оттенков немного. Но тоже очень интересные. Аметисты, еще какие-то. Агат тоже вот фиолетовый такой. Такие вот камушки. Ну. Ну не красота ли? Красно-розовые всякие. Маленький. Ой, ну, наконец-то дело подходит к концу. Разобралась с имитацией жемчуга. Вот это поедет со мной стекло. Вот это в помойку все пойдет. Вы знаете, жалко,
жалко, у меня там пластик, еще покажу вам. Но мне все это тащить. Конечно, у меня был на занавеску, это все пошло. Вот, агат чуть не выкинула. Пошло бы на занавеску на терраске. Ну, тащить все, у меня столько вещей с собой. Так что это идет в помойку. И вот этот пластик идет по той же причине в помойку. Так, что хотела вам показать. Девочки, вот эти вот серьги, ну, вот, которые в уши вдеваются, да, они одно время были модные, вот которые вот так вставляются. Оказывается, их сделать проще простого. Ой, сейчас я вам покажу. Так, одной рукой не могу сейчас. Туда вставляется заглушка от сережки. Это должна быть бусина с большим отверстием. Ой, сейчас не знаю, получится, не получится у меня. Ну, короче говоря, вот эта штука, опа, вот так вставляется, на клей сажается. Это я пока я ее вытаскивала, отвалилась вот эта верхняя часть. Ну, в общем, короче говоря, вы поняли меня. На клей сажается, тут даже на клей не посажено. А в бусину с одним отверстием, ну, вставляется вот штыречек. И все дела. Вот. Вот так вот. Все очень просто. Много оказалось черного. И черный агат, и снежный обсидиан, и лава вот вулканическая, и гематит, агаты. Ну, в общем, много черного. И вот это вот одна сережка. Вот этот вот он с покрытием. Так, ну это одна такая бусина. И вот эта сережка, девчонки, я прям хочу сделать черный длинный сатуар. И вот такую сделать, ну, кисточку, подвеску вот из этой сережки. Ну, просто вот прелесть. Так что руки у меня уже чешутся. Да, очень хочется уже делать. Но пока я тут. Ой, ну уже я прям устала с разбором этих бусин. Ну вот это вот у меня многочисленная получилась компания. Тут агаты, кварцы всяких разных цветов, вена дракона, и в общем с некоторыми камнями еще разобраться надо, что это за камни, потому что попадались, которые я не знаю, что это. Вот эти вот камушки. Не знаю, подскажите, девочки, если кто знает, что вот это за камни. Вот. Ну, в общем, вот столько всякой красоты. Очень много времени уходит на разбор вот этого всего. Вот такой красоты. Это, видимо, наверное, было украшение. Рассыпалось. Прям граненые такие бусины. Красивые. Так, девочки мои хорошие, в одну часть я не умещаюсь. Длинные видео не хочется снимать. Устаешь, когда много всего этого. Да, и прошу прощения, что
На полотенце вам это показываю. Но я в гостях. Не буду же я рыться, искать, на чем красивом вам показать. Поэтому уж простите меня. Ну, я пока с вами прощаюсь. До следующей части. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, смотрите. Будем делать украшения. Красивые, модные. И в единственном числе. В единственном экземпляре, вернее. Спасибо всем за внимание.